Что за АФК? АФК? АФК, гу. Вы предлагаете мне, типа, уйти? В АФК, типа, отойти? Ну ладно, все, ребят, я АФК, я пошел. Давайте, пока. Шучу. Никуда я не пойду. Что за шкила? Что за хуйня? У, сука. Это что, шкила в здании, что ли? Хуя себе пафос. О, блядь. Раньше шмурки DVD, я в ФК для тучих занят с дымовухой на квартире. И ко мне не подобраться с виду, как фантом Лильбер. Кто это? По-моему, я этого чувака видел в клипе этого. Этот, блядь. Фараона, да? Или мне кажется, морда знакомая. Квадрат кухни, как шоу танцы, сделал муф я как машина. Но мне лень даже стараться, на мне полный патронтаж. На мне важно нахуй кто ты, гер обхат или... Сколько ему лет, скажите, он просто похож на школьника. Ну как и я, да, мне 27, да? Но все думают, что я школьник. Я на него смотрю, и мне кажется, ему тоже где-то лет 17, 18, 12. Не знаю. 27. Не, ну я серьезно. Нара, что целый грузовик пехоты, ВФК-то ВФК. Только это ненадолго, залечу твои малыхи на лицо, спущу обойму ламер. Ламер, может стать спокойно, я бомблю по городам. И мы не воюем дома, я не сплю, и ты дурак. Я опасен. Не, ну снято прикольно, слушайте, прикольно. Даже мертвый за спиной шубера. Я думал, тут какое-то говно. Если хоми ВФК, 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 ВФК. Если хоми ВФК, 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 ВФК. Я не думал, что я АФК, но я поднял их на ха-ха. Мой скил лает на слона, но моя мышь это сова. Так-то хуйня, конечно, я такое не слушаю, не буду. Но исполнено прикольно, да. Прикольно. Один клик, и вам пора, уже звонят колокола на твою... Мне просто обязательно нужно было сказать, что это хуета. Вот, чтобы потом люди не подумали, что я там деградировал или дебилом стал, что я теперь это слушаю. Нет, я это не слушаю, да? Но если оценивать, то могу сказать, да, это неплохо. Это неплохо и снято круто. И трек тоже неплохой. Но никогда я такого слушать не стану, в пизду. Вот я послушаю и забуду через 5 минут. Усы надежды, в них налезла борода. Пиздец. Моя цель, это бронь, мой доход, левел ап. Игроки, пауэр-пав, я НХ, керабхат. Я батёк, вашу мать, и мой скилл, это стаж. Ты поймешь, о чем я. Локация прикольная. Это лак. Тупо глянь на мой стат. Я ношу винтажный Гуччи, будто, блядь, артефакт. Не давал ей целый час, и ей никак дальше ждать. Миса ловит мою мышь, отъебись, не сейчас. Комбо. Сори, я тут живу, так как ты читал. Рил трил, рил ВФК. В команде сносят бошки читера мага. И все крысы стали кисами, надули в постол 2. Я тут let's get it, упустил на карту нубов. Закупаю эти гуны, все на кругленькую сумму. Тебе никто не поверит, базу сносим за минуту. С депо вышибаем двери, даже понял, кто мы, я откуда. Я рил MVP. Хата знает улицы, я из Уфы. Добираю ману ВФК, я OG. Беру, что хочу, сын, у меня джин. Везде хоми ВФК. Я беру еще патронов на солдат на весь склад. И мы едемся на танках, но это не парад. Не поносим всех реально, делаю вид, что играю. ВФК. Мои фраги все на карте, я танцую, как мудак. Подка... Вот этот вот хуёво исполняет. Сори, вот то, что в начале было прикольно. Середина тоже. А это кто это, блядь? Это кто? Это Яникс или кто из них кто? Я не понимаю. Я их не знаю, первый раз их вижу. Но этот самый такой, знаете, такой не очень. Вот первые два неплохие, ребята. А этот что? А, так это он и есть вот этот пхат? Серьезно? Ой. Все, блядь, задизлайкают теперь. Ну, по факту, ну, сори, извинитесь. На трэп-хатах качает трэп-хатах. Это современная музыка, я не знаю, она какая-то странная стала. Братишкин, да мы видели, блядь, братишкина вашего в начале, ну и шо дальше-то? Его шкильник какой-то толкнул, вот это уроль, конечно.